Кстати, норму я выполнил, я его убил. Вор сказал, если ты убьешь этого босса, все отлично, я его убил. Правда, сам сдох, но убил. Так что все шикарно вообще. Всё. До портала только не доползли чутка. Ну да ладно. Привет, Субасар. О, господи. О, господи. Fuck it. Нет. Пожалуйста, уйди, ну домашь, ну пожалуйста. Fuck you, просто fuck you. Есть! Фух! Красава, просто. Все. Все, Гравимен. Встретимся в аду, встретимся в третьей Камиле, а сегодня все. Это был третий босс Камиле по счету, это был Гравимен, это самый сложный на данный момент босс в босс Раше, и на данный момент это самый сложный босс Камиле. Потрачено в среднем 20 часов, думаю, вряд ли наберется, но где-то среднее количество 15. Да, Цубасар, ты вовремя. Сейчас я отойду немного. Всем спасибо за поздравления. И спасибо, что поддерживали. Сейчас я водички попью. Мне кажется, он занял времени где-то на равных с Destination. Где-то часов 10, реально. Он занял игрового времени, я имею в виду. Но, может, даже чуть больше. Ну, где-то такое же число. Но по долбанутству его... Он сложнее, чем Дест. Лично для меня. Так.